Что Пушкин – это Россия. И это абсолютно правильно. Иногда в истории рождаются люди, которые собой воплощают целую страну, целый народ. И вот Пушкин как раз является тем народом, который, наверное, является синонимом России, синонимом не только русского народа, синонимом многоконфессионального, многонационального народа нашей страны. Потому что каждый народ считает Пушкина своим. И ведь татары считают, что Пушкин – это его родной поэт. Он понятен всем. Он в фибрах души каждого человека, каждого народа. И поэтому он является воплощением целой большой страны. Пушкин для меня – это вечный литературный учитель, вечный мастер, у которого можно учиться, учиться и учиться.